Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор слесарного инструмента от компании Intertool на 24 предмета. Код товара ET6001. Данный набор предназначается для домашнего мастера, так он называется, домашний мастер, для мелкого ремонта по дому. Комплектация набора. В комплекте идет молоток, гвоздодер, вес молотка 460 грамм, рукоятка обрезиненная. Далее клещи сантехнические, раздвижные, также называются еще клещи трубные, 250 мм. Также рукоятка, здесь резина красная и черный цвет, это пластик, то есть комбинированные. Рулетка измерительная, 5 метров длина. Полотно желтое. Имеет фиксатор полотна. Сзади можно подвесить на ремень, имеется клипса. И шнурок для того, чтобы подвесить ее на руку. Шестигранные ключи Г-образные, 6 штук. Далее ключи рожковые, 4 ключа. Они имеют размеры, то есть ключ не 17-17, а с одной стороны 19-17. Далее ключ у нас на 13-11. 11-13, ключ на 8-10 и ключ 7-6. Небольшой комплект метизов, гвозди, шурупы. Так, верхние крышки у нас плоскогубцы. Длина их 180 мм, имеет комбинированную рукоятку. Длинногубцы, длина 160 мм, также комбинированная рукоятка. Нож канцелярский, или строительный еще называется. Комплект лезвия не идет в комплекте, поэтому придется их докупать отдельно. Рукоятка также здесь. Пластик, резина. Комплект отверток. 7 отверток. Шлицевых у нас 4 штуки. Вот самая большая у нас шлицевая. Имеет размер здесь 150 мм. Маркировка указана на рукоятке. И 3 отвертки крестовые. Отвертка самая большая крестовая. Это PZ2. 100 мм. Рукоятки комбинированные, резина, пластик. Так, по комплектации все по габаритам самого кейса. Кейс у нас ширина 45 сантиметров, длина 26 и высота 7 сантиметров. Вес самого набора 3,5 килограмма. Пластик довольно жесткий на кейсе, выполнен кейс качественно, запирание на пластиковой защелке. Еще компактный набор, поставляется он в картоновой коробке, здесь указана комплектация набора, и кто производит, компания Intertool, изготовлена в Китае, в Китае Гонконг написано, это Китай. Китайский набор, но довольно приличного качества, как для дома. Подойдет, мне кажется, на 100%. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал. До свидания.